Сегодня новый салатик. Я уверена на 100%, вы о нем раньше не слышали. Хочу вас познакомить с этим салатом. Нам надо взять сырую свеклу. У меня вот здесь 500 граммов. Для того, чтобы облегчить себе труд, я буду использовать процессор. Можно натереть на терке. Что мы делаем? Я очистила свеклу сырую, ну и порежу для удобства пополам. У меня свеколка небольшая. И вы знаете, я еще продольно порежу, чтобы процессору легче работать было. Порезала свеклу и будем натирать на терочке в процессоре. Друзья, вот что у нас получилось. Высыпаем в крупную миску. Теперь нашу свеклу нам надо посолить. Посолили, перемешали и отставили в сторонку. Занимаемся сейчас крабовыми палочками. Берем другую мисочку, раскрываем упаковки. Надеваем перчатки и освобождаем крабовые палочки от пленки. Теперь нарываем на сегменты. После того, как свекла постоит солью, мы ее отожмем от лишней влаги, от сока. И вкус у свеклы будет очень интересный. Она будет, во-первых, податливая, она будет хрустящая. Но не такая, как просто натертая свекла. Итак, друзья, вот что у нас получилось. Отставляем в сторонку. Занимаемся свеклой. Мы хорошо отдавливаем свеклу. Сильно. И складываем в мисочку. Вот сколько сока у нас выделилось. Теперь, друзья, большую миску уже с отдавленной свеклой мы складываем крабовые палочки. Также в наш салат мы сегодня будем тереть чеснок. У меня 2 зубка чеснока. Можно натереть, можно выдавить через пресс. Салатик сегодня мы приправляем майонезом. Берем столовую ложку. Раз, два, 3, 4, 5 столовых ложек майонеза. Надеваем перчатку. Салат хорошо надо перемешать. Я это делаю в перчатках и прямо руками. По перчатке все хорошо очень смешивается. Гораздо лучше, чем ложками или вилками. И прямо горкой выкладываем на блюдо для подачи. Друзья, мы сегодня с вами приготовили очень оригинальный, необычный салат со свеклой и крабовыми палочками. Это очень вкусно, необычно. Попробуйте так приготовить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Я вас жду в гости. Пока-пока.